Друзья, добрый день. Вы на канале Boston Technic. Меня зовут Фролов Никита, и сегодня у нас новое поступление. К нам приехал трактор ХТЗ Т-150 после полной подготовки, а теперь давайте посмотрим, в каком состоянии. Трактор прошел полный цикл технического обслуживания, провели диагностику, выявили все недостатки и устранили их. Трактор готов к работе на все 100%. Установлена новая резина, воздушный фильтр и выхлопная труба вынесена в бок для максимального удобства. Двигатель ЕМЗ-238 на 240 лошадиных сил. Без течей, давление в норме. Топливная гидравлика и электрика были установлены в завод. Кабина вся целая. Задняя резина также новая. По кабине было также произведено очень много работ. Были все изменены датчики, все в рабочем состоянии, все рычаги, все комплектное. Перешит салон. Промопора завтулена. Тут также без течи, все сухо. Навесное полностью комплектное. Выведены гидролинии. Также установлено дополнительное светодиодное освещение, как спереди, так и сзади. На дверях установлены новые ручки, форточки для максимального удобства. С этой стороны также без потеков, все шланги, все было заменено. Данный трактор осмотреть и протестировать вы сможете по адресу город Волгоград, улица Историческая, 183. А приобрести его можно по любой форме оплаты. Также можем подобрать для данного экземпляра навесное прицепное оборудование. Все это здесь у нас по месту в городе Волгоград. Сможем доставить прямо до вашего хозяйства по всей России. Приезжайте к нам в агросалон за самой лучшей техникой. Подберем именно для вас, под ваш бюджет, под ваши запросы. Приезжайте, Бостон ждет вас.